Отца и Сына и Святаго Духа. Венчается на царство царским венцом великий князь и государь Иван Васильевич. И нарекается Боговенчанным, царем московским, и всея великая Руси самодержцем. Московский князь не имеет права на царский чин. Европа не признает его царем. Сильно будет, признают. Впрочем, некоторые его подданные не очень восторгаются этим венчанием. Недовольство тех вельмож понятно, что кузен великому князю Вольдемар Старицкий с матерью. Венчание Иоанна царем усложняет их путь до трона Московского. Но есть как будто и сторонники Иоанна. То родственники невесты великого князя. Не великого князя, а царя. Уже царя. Веки веков. Боговенчанному царю Иоанну Васильевичу. Oh!